Женщины. Верно, да. Потому что нашли папиллярные узоры, и там исключительно женщины. Да, женщины. Причина бабушка не такой. Мужчины дома не было, бабушка работает, и женщина дома... Вот так, из-за которого изначально глина мнется как тесто для того, чтобы избавиться от пузырьков. И первое, что необходимо сделать, это центровать с помощью глины. То есть избавимся от всего глины. Для этого ее поднимаем вверх и спускаем вниз. Ищем центр. Таким образом. Операция называется центровка. Очень важный этап в работе, так как если это не делать, изделие будет неминимально. Ну, попробуй во пленок, получились кривые. Что эти символы защитят налитые жидкости от порчи, то есть должны служить как умерение. Поэтому нам осталось принести волну. Супер! Вспомни нашу волну. И да, все вспомнили свою волну. Рыбацкой лески отделяем работу. Древнейшее фотографирование. Ну и традиционный вопрос, как вы думаете, куда отправляем работу? До 4 дней, иногда до 2 недель. Работа стоит сохнет, из нее выйдет вся влага, она станет такого светло-серого цвета. Но ее еще можно растворить в воде и превратить обратно в комок глины. Поэтому уже посушили, отправили уже в печку, набираем 900 градусов температуру, и глина принимает камнеподобное состояние. Ну, цвет называется ее терракотовый. Рыжий цвет, на верхней полке в углу видно. Традиционный такой, я бы сказала. Да, но это естественный цвет, она вся глина практически, кроме белой, выглядит вот
или желтая, или красная. Но в эту посуду также рано наливать жидкость. Хорошо хранить какие-то крупы, что-то сыпучее, либо жирное, там, сметану, молоко. Но если нальем воды, она вытечет через микропоры, которые присутствуют в самой глине. Поэтому ее обрабатывают в первую очередь для того, чтобы эти микропоры закрыть. Можно покрыть глазурью, вот будет блестеть, как привычно всем посуда. Порошкообразное стекло замешивается с водой. Окислы железа добавляются для цвета. Терракотовое изделие после первого обжига окунается в эту жидкость и отправляется в печку на вторичный обжиг. На высокой температуре стекло восстанавливается в своих свойствах, заплавляются эти микропоры. Всем привычное и удобное в использовании глазурованная посуда. Самый простой способ обработки керамики – это обработать его в коровьем молоке. Терракотовое изделие, молочение называется. Окунается терракота в молоко, тоже в печи выпаливаем, придается цвет изделиям. Вот, на тех полках, да, светло-коричневого до черного, тут все в этой технике. Стоит на полках, сверху еще покрыто пчелиным воском, поэтому оно блестит. Тут тоже дополнительная защита, но для хранения холодных жидкостей. А вот просто если молоко, оно не глянцевое, оно получится матового цвета. Природный клей казеин, там, не белок еще называют, заклеивает эти микропоры, то есть закупоривает, она перестает протекать. Либо вот еще обваривали в ржаной муке. Раскаленная посуда щипцами достается из печки. То есть температура горшка где-то от 700 до 1100 градусов, он горит как лампочка. И окунается в раствор, где с водой замешана ржаная мука. Органика сгорает прямо на работе, начинает гореть и оставляет эти пятна. То есть это пятна от сгоревшей муки. Уникальность таких работ в том, что двух одинаковых не существует. Да. Рисунок у нас рисуется произвольно. Вот все, что я хотел рассказать, показать, но вы из мастерской еще не уходите, перестраиваетесь. Замечательным знаком, символом, талисманом. Например, если у нас семья занималась рыбалкой, у такой семьи была игрушка в форме рыбки. А ежели животноводческой деятельности, там была игрушка в форме коровки, бычка, барашки или козочки. Издавна считается, если такая игрушечка она находится дома, она из дома выгоняет все злые силы и призывает наоборот добрые. А вот такой простой орнамент белорусы придумали, чтобы шейку птички отделить от крылышек. Все гениально и просто. Ну вот, пока я рассказывал, готова на шейку. Может быть, вы мне поможете, как вас зовут? Меня зовут Светлана, я пытаюсь найти очки. Только что у вас получился верхний голос. А, дурочка. Нам осталось сделать дырочку. Я в машине очки открыла. Ух ты! Ну, как вас зовут, я знаю. А как фамилия ваша? Моя фамилия Короткова. Ну вот мою клейму мастера Громзениса, вот и ваши инициалы тоже. Подошечку давайте вашу. Надо аккуратненько будет таким вот образом ее по такой погодке поносить минуток 15, может даже 10. Пока не жмякайте, не сжимайте. Дождик пойдет, накрывайте сверху ладошкой. Она у вас затвердеет, положите в сумочку в карманчик, где посвободнее. На завтра она у вас будет вот такая, серого цвета, как камушек. Только берегите ее от воды, потому что она еще водички будет бояться, будет еще не дожить. Вот колокольчики. Первоначально солому использовали в двух направлениях, в быту и в обрядовом. В быту сейчас делают сухарницы, конфетницы, шкатулки. Раньше из соломы делались различные емкости для хранения зерна, муки и масла. Большая стоит. Сделана она самым древним способом плетения, спиральным плетением. В частности, ей уже более 100 лет, что, сами понимаете, говорит о долгосрочности в использовании соломы. Для того, чтобы сделать такие вещи, солома жнется еще до спелости зерна. Она между узельем. Непосредственно перед работой солома замачивается в горячей воде, чтобы она была мягкая, эластичная и не ломалась. Каждая часть соломинки используется для различных видов плетений. Что касается обрядовости в соломе, сама обряды мякиши, хлеба, колочек, глины, такая из соломинки украшалась любым подручным материалом. Перья, листва. Перед вами современный вид этого паука. Позже начали делать объект, который собирает весь негатив, всю отрицательную энергию. В
все кругообразные формы, выметать, деньги, счастье, да. Рожками вверх все хорошее собирается в доме, рожками вниз все плохое уходит в землю. Благополучие сбежало. Лошадка – символ мужской силы и здоровья, птицы счастья, предназначение которых охранять и помогать ныне живущих на земле. И кукол раньше всегда делали без лица. Поэтому кукла без лица выполняет оберегающую роль. И добрый дух дома, хранитель дома – домовой. Никто не знает, сколько ему лет, но день рождения у него есть – 11 февраля. Еще у нашего домового есть спутница жизни – хлопотунья. Дом уже следит за порядком, если чего не так, любит потопать ножками. За вами справа от двери – тренерный этап развития салона плетения. Сейчас вы сами видите, что из салона плетения Спасибо.